Всем привет! Сегодняшний видеоурок по игре на варгане будет посвящен платформе губы, заглушки. Также мы изучим звук коней, топот коней и капель. Значит, первое, что нужно сделать, это прижимаем варган к губам, только получается не к зубам, а к губам. Губы при этом делаем немножко более плотными. Звук становится более короче, но при этом он становится другим. У него другие немножко свойства появляются. При этом можно задействовать двухсторонний бой, но если вам еще он не дается, то ничего страшного, там потихонечку можно будет ему научиться. При этом артикуляции языком делаются ой-ой-ой-ой-ой, то есть от гортани к зубам, от гортани к зубам. Такие уже новые звуки появляются, да. Они короткие, но зато при применении быстрого боя получается такая классная импровизация, такие космо немножко звуки. Вот. Далее, двигаемся далее. Теперь заглушка. Приглушаем язычок каким-нибудь пальцем, например, указательным. И делаем все то же самое. Звуки еще становятся более приглушенными, более, так скажем, вибрация очень быстрая проходит. Теперь делаем капли. Звук капель достигается просто при тех же самых артикуляциях, но начать, например, можно с буквы И, когда язык близко к зубам. И потихонечку язык оттягиваем к букве О. И-о. Вот таким образом еще новые появляются возможности, да? И теперь топот лошадок. И-о, делаем и-о, и изображаем топот. Тык-ты-ды-дык, ты-ды-дык. При помощи боя по язычку. Также можно от буквы О вести к букве И медленно. И обратно. И можно уже на этом тоже как-то импровизировать. Как бы уже менять там артикуляции по-разному, экспериментировать. Очень интересно эти звуки применять в каких-то помещениях, типа арки, подъездов, где рассеивается звук. Таким образом, более эффектный будет звук, и даже очень такая будет классная медитация под это все. Вот так вот, друзья. Поэтому возможностей очень много. Выбирайте также разные помещения для игры. Экспериментируйте, и будет очень интересно. Всем спасибо за внимание.